これは。目覚めたようじゃな。どうやら、まだ死の定めではないと見える。Протез Синоби. Протез, изготовленный резчиком. Копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и масла, но механизм нисколько не пострадал. Мы живы. Но, к сожалению, Генитира лишил нас левой руки. И неважно, какой будет исход, победа или поражение, все равно он лишает нас левой руки. А также поражение или победа над ним никак в дальнейшем не влияют на сюжет. お前さん、名は何という、うん、その目、刺し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。Знакомьтесь, это резчик, и его можно немного расспросить. И, как вы уже могли заметить, наконец-то в играх от Фромов главный герой начал разговаривать, а все персонажи начали шевелить губами. Нанииуэ оре ва коко ни иру? Да-да, хиротта но ё. Шикабане ка доу ка мо вакарану но но. Но райну ни куасете яру кото мо ару май.どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。Ну, пока что я еще не убедился, насколько цена кровь моего господина, но, похоже, нам наметили нашу основную цель. Нам нужен замок Асина. Коно хидориюде. Оре ни нани о шита? Сойцу, шиноби гишу.石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつは、ただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。Ну что ж, теперь я превратился из голодного волка в однорукого волка.Но такому протезу, я думаю, позавидовали бы все обладатели имплантов даже в наше время. Мико-сама но чи га лиосарэру то ва доую кото да? Ваши мо куашии кото надо сиран. Тада, рюин. Со ёбареру токубец на чи га ару то ю. Нуши но аружи ва соре о мотте ору.
それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。И, глядя на это обилие статуэток Будду, понимаешь, что наш резчик, похоже, сильно увлекся. Этому храму требуется небольшой ремонт. Через дыру в стене можно даже разглядеть некий предмет. О, майсанка. わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。похоже, он именно про этого Будду。その優しい顔の仏様は、わしの掘ったもんじゃあねえ。まことの武士が掘られたものだ。人が、己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは、怒り、悲しみ、あるいは、古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。И эта статуэтка Будду действительно необычная, нам она пригодится, чтобы погрузиться в свои воспоминания. お前さんか、わしはお前さん。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。Ладно, хватит приставать к резчику. Он сказал, что я здесь, возможно, встречу еще кое-кого. Давайте немножко осмотримся. На заднем дворике у нас растет бамбук. И это легкий кошелек. Кошелек с небольшим количеством сен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек приятно оттягивает руку. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. Это местная валюта, которой можно расплачиваться у торговцев. Через эту дыру можно разглядеть резчика. Весь храм обвешан какими-то записками. Я не знаю, что это означает, но мне кажется, что я где-то подобное видел. То ли в какой-то игре, то ли в фильме. И если вы знаете, что это означает, то напишите это в комментариях. Я вам буду очень благодарен. Медитировать у идола резчика. Идол резчика – это местный аналог костров. Меню идола резчика. В землях Асина вам встретится идол резчика. Это контрольные точки. Отдых у идола полностью пополняет запас жизни и восстанавливает одну единицу воскрешения. Кроме того, в ваш текущий инвентарь будут добавлены из хранилища предметы для быстрого доступа и эмблемы духа, но при этом воскрешатся убитые ранее враги, за некоторыми исключениями. Пока что мы можем только отдохнуть. Здесь также можно увидеть некую информацию по прокачке. Но пока что она нас не интересует. О ней я расскажу немножко позже. Драже мы уже поднимали.
И после того, как мы отдохнули, у нас на дворе появился новый персонаж. Макотони, ики о вкикаешта но десне. Рюин но чикара. Коно ме де шика то миру кото ни нару то ва. Нани моно да? Эма то иимасу. Сару оката ни цукаэру ксуши десу. Сару оката то ва? Сумимасену га, аржи но мэй ните акасемасен. Тада, аната о таске ё то. そう仰せつかっています、うん、信用しろとは言いませんですが私は主の命を果たさねばならぬのですあなたが持っている薬水の瓢箪それはもともと私が作り上げたものです薬師として助けとなりましょうИ это у нас целитель Эмма. Работает на некого загадочного господина, который приказал всячески содействовать нам. И Эмма у нас что-то типа изумрудного вестника или хранительницы огня из Dark Souls. Она может улучшать нам флягу с лекарством. И, кстати, именно она ее и изобрела. Кону хиотан, онуши га цукутта то ию но ка? Хай. 元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね気づいているかもしれませんがこの瓢箪の薬水はおのずと湧き出します尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう薬師としての助けとは瓢箪の種をお持ちください種だとはい薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば、薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら、持ってきてください。わかった。В общем, все как обычно. Нам нужно найти некие ингредиенты, в данном случае это тыквенные семечки, чтобы увеличить количество глотков, которые можно сделать из нашей фляги. Пока у нас нет семян тыквы. 1つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何？うん。白いあざ。これは生まれつきですか？いや。ならば、留飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか、うん、もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。では、また。Итак, Эмма всячески утверждает, что я обладаю силой наследия дракона. Пока что мы не совсем понимаем, что дает нам эта сила и как мы ее приобрели. Кстати, если присмотреться к резчику, да, у него нет одной руки. И он нам сказал, что вручил свой протез. Протез шиноби. Соответственно, в прошлом, скорее всего, он и сам был шиноби. А теперь трудится над вырезанием статуэток Будд. Возможно, ему просто все надоело, и он решил уйти на пенсию. Если вы могли заметить, наш главный герой убирает катану, когда находится рядом с NPC. То есть убить их не представляется никакой возможности. Здесь у нас еще один персонаж. ん見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。
そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。И он нам сразу же предлагает с ним сразиться. Но сражение продлилось не очень долго. Но и он сам по себе не так-то прост. Яхари, синану она. Сокомото но тачисуджи, мигото на моно де атта. それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は、何だ？死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとは、このような荒れ寺で何よ。ふん、随分と。眉間にシワが寄っておる。そこもとよ。それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし。ではやろう。刀を振らば、気も紛れるというもの。Ханбэй бессмертный. Да уж, для этой игры, по-моему, слишком много здесь бессмертных. И он нам предлагает попрактиковаться. И я настоятельно рекомендую вам это сделать, если вы только начали играть. А в первую очередь попрактиковаться в парировании. У него пока что три типа практики. Это атаки, отражение, ну или парирование, либо уклонение отхода. また来るが、そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。Но давайте сперва сначала поговорим немного поглубже о самой механике секира. В самом начале игры у нас есть только катана, которая имеет базовый мувсет из 5 ударов. Также есть удар после рывка или отскока, либо после быстрого бега. Если зажать клавишу удара, то есть сильный удар, выпад. Но будьте осторожны, выпады очень любят парировать, особенно боссы. И такой выпад может закончиться для вас смертельно. Также есть еще удары в прыжке. Прыгнув, вы можете сделать до 3 ударов. Ну что ж, давайте теперь немного поупражняемся. Атаки мечом. Цель синоби в бою – разрушить концентрацию врага. Это можно сделать в том числе, атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвимым для смертельного удара. Нанесите 3 смертельных удара, лишив врага концентрации. Если враг слабый и не умеет отражать удары, то можно тупо его спамить атакой. У него быстро закончится концентрация, и ему можно провести смертельный удар. Как вы могли, наверное, заметить, здесь нет выносливости вообще. То есть вы можете махать своим оружием сколько угодно. Вы можете бегать сколько угодно, прыгать, делать все что угодно. Выносливость в этой игре бесконечная. Но есть одно но. Есть концентрация. Отражение. Иногда одних лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Для этого также необходимо отражать атаки. Опытный синоби для победы будет сочетать защиту и нападение. Отразите атаки и нанесите 3 смертельных удара. И здесь мы можем попрактиковаться в отражениях.
Можно, конечно, пробовать просто спамить блок, но в большинстве случаев против сильных противников вам это не особо поможет. Но если атаки летят вам в лицо очень быстро, то это может и помочь. Лучше все-таки стараться нажимать блок во время атаки врага. Даже если вы чуть-чуть попадете не в тайминг, скорее всего, вы просто заблокируете атаку. Если вы просто блокируете атаку врага, не парируя ее, то вам не будет нанесен никакой урон, ну, по крайней мере, в обычной игре. Но противник нанесет вам немного урона концентрации. Уклонение отходом. От атак врага возможно уклониться отходом. Уклонением вы не нарушаете концентрацию противника, зато оно может позволить вам избежать урона от его атаки. Нас учат здесь уклоняться. Но, как видите, у меня не всегда это получается. Особенно это полезно против захватов. Либо каких-то сильных ударов, которые нельзя заблокировать. Такие в этой игре тоже есть. そこもとの修練だが、そろそろより誠の戦いに即したものも試してはどうか。それがしも殺す気でかかろう。そこもとの修練としても、その方が好ましかろう。どうした？なぜ？ そこまで。半分は退屈しのぎ。もう半分は、そうじゃな。そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、良いからやるぞ。 И теперь нам стала доступна свободная битва. では、行くぞ。承知。 В ней нам предлагают потренироваться всему тому, чему мы только что научились. Хорошо иметь такого спарринг-партнера, который не может умереть. この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。 そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。 Ящик для подношений. Предметы, которые оказываются недоступны в других местах, появляются в ящике для подношений.
Если ящик подсвечен, значит в нем появился предмет. Предметы из ящика можно забрать за пожертвование. На данный момент этот ящик пуст. Идол резчика. Сделан из трех буд со злыми лицами, на верхушке которых горит красивый синий огонь. Пока нам недоступны никакие перемещения, но это и логично. Здесь также можно видеть вытоптанную тропу, которая ведет в пещеру. И, похоже, кто-то очень часто прижимался к этой стене. Но закрыто с другой стороны. И еще немного про механику боя. В отличие, опять же, от того же Dark Souls, если нажать просто на клавишу уклонения, то наш герой сделает рывок вперед, а не назад, как это было раньше. Крюк. С помощью встроенного крюка можно забираться в недоступные ранее места. Также крюк позволяет подниматься на возвышенности. Над местами, за которые можно зацепиться, появляется круглый значок. Если этот значок стал зеленым, значит место находится в досягаемости крюка. Пока что мы можем использовать свой протез только в качестве крюка. И здесь у нас обрыв. Кто-то уничтожил мост. И вот таким вот образом можно почувствовать себя немного Человеком-пауком. Отсюда открывается прекрасный вид на кроваво-красный рассвет. Окраины Асина. И совсем неподалеку нас ждет второй идол резчика. Перемещение к идолу резчика. Теперь вы можете мгновенно перемещаться между активированными идолами резчика. Выберите в списке идола, у которого вы уже медитировали раньше, чтобы переместиться к нему. И теперь мы можем перемещаться между двумя идолами. Да, перемещение нам доступно с самого начала игры. И это радует. А внизу мы можем наблюдать незадачливого охранника. Скрытый смертельный удар. Врагов, не знающих о вашем присутствии, можно убивать скрытыми смертельными ударами. Один из таких ударов – смертельный удар сверху. Он выполняется в прыжке на ничего не подозревающего врага. И выглядит это примерно так. Сбор трофеев с врагов. С врагов можно на расстоянии собирать трофеи. Различные вещи и деньги. Предметы, найденные в игровом мире, отличаются от трофеев с трупов врагов. Их собирать на расстоянии нельзя. Нажать и удерживать X – собрать трофеи. И вот это вот главное отличие, которое меня с самого начала раздражало очень сильно. Если в Dark Souls все души и предметы попадали к вам в инвентарь автоматически, то здесь нужно нажимать кнопку X, чтобы пылесосить
все рядом находящиеся предметы в себя. Как бы странно это ни выглядело. Еще одно дрожже. И очередной разрушенный мост. Что очень классно в Секиро, это то, что все локации имеют несколько уровней. И мы находим новый предмет, это глиняный осколок. Глиняный черепок, звучно разбивающийся в припадении. Бросьте в сторону врага, чтобы привлечь его внимание. Мальчишки Асина любили бросать и разбивать такие черепки, и даже став взрослыми, они не забыли старые игры. И еще один глиняный осколок. И если посмотреть вниз, то здесь можно увидеть уступ, где лежит леденец Ако. Леденец из храма Сэмпо, наделенный благословением Ако. Повышает урон, наносимый запасу жизни и концентрации противников. Раскусив такой леденец и став в стойку Ако, воин получает благословение духа. Духи – это кармические посланники. Раскусите леденец и примите свою карму. Из описания этого предмета мы узнали о неком храме Сэмпо. Ячейки быстрого доступа стали не так важны в этой игре, потому что в этой игре появилась полноценная пауза. То есть в любой момент игры, прямо во время босса, вы можете всегда поставить паузу. И не ставя предмет в быстрый доступ, просто, допустим, съесть его прямо из инвентаря, например. Да, здесь делали полноценную паузу, потому что эта игра полностью лишилась онлайна. Леденец Унго. Леденец из храма Сэмпо, наделенный благословением Унго. Временно снижает урон вашей жизни от физических атак врага. Раскусив такой леденец и став стойку Унга, воин получает благословение духа. Духи – это кармические посланники. Раскусите леденец и примите свою карму. Такие конфеты раздавали в честь воинов Асина. Леденцы неплохо помогают и действуют довольно долго. Единственный минус, что они очень быстро кончаются и найти их не так просто. То есть у вас, по сути, есть только несколько попыток, например, на боссах. А умирать на боссах вы, скорее всего, будете очень много. Ну что ж, давайте попробуем продвинуться дальше. Здесь есть несколько путей, можно сказать, прохождения этого места. Вы можете проходить, как вам хочется. Хотите, можете поиграть в стелс. Если вам нравится идти на абордаж, то можете идти в лоб. Но все-таки желательно вначале, пока вы не привыкли к управлению и к механике игры, то лучше использовать стелс. Потренироваться всегда вы можете рядом с храмом, с нашим доблестным бессмертным воином. И... да, это волки. Их тоже можно парировать, как вы могли заметить.
пригоршня пепла. Такую штуку мы уже находили. Давайте попробуем ей воспользоваться. Собираем с трупов деньги, предметы. Все, что плохо лежит. Очередной леденец Унга. Тут у нас обрыв. Также еще поставим глиняный осколок. Посмотрим, как он работает. Дрожже. Можно спрятаться в кустах. И мы можем видеть очередной идол резчика. Что-то очень часто их здесь, конечно, напихали. Теперь мы можем, конечно, отдохнуть, но я пока не буду этого делать. Внизу мы можем слышать лай собак. По идее, собаки умирают от одного удара. И не составляют каких-то проблем. Ну, по крайней мере, пока их не так много. Очередной глиняный осколок. Можно прыгнуть на эту ветку, но... Ну, отсюда больше некуда прыгать. И можно просто полюбоваться горящим костром и красивым пейзажем гор. И в этой постройке лежит первый важный предмет. Колесо для сюрюкенов. Механическое устройство, созданное гениальным изобретателем Доганом. Можно установить в протез Синоби. Само колесо размером с ладонь. Но в него можно вместить, на удивление, много сюрикенов. Хороший пример того, чего можно достичь, соединив опыт механика с талантом Синоби. И опять Доган. Установка инструментов в протез. Страимые инструменты нельзя использовать отдельно. Если отдать их резчику, он сможет установить их в протез. Синоби. Быстро вернуться к резчику можно от идола резчика или использовать идол возвращения. Итак, мы получили первый апгрейд для нашего протеза. И, кстати, в описании фляги написано, что она сделана учеником знаменитого лекаря Догана. Соответственно, учитывая то, что эту флягу сделала Эмма, то из этого можно сделать вывод, что она была учеником знаменитого лекаря Догана. И, похоже, Доган был непростым лекарем, раз изобретал еще и различные штуки. Похоже, что Доган вообще был очень полезным мужиком. Перед тем, как переместиться обратно в разрушенный храм, давайте познакомимся с еще одним противником. Это огромный петух. И сильно не обольщайтесь, он реально может вас убить, если вы позволите ему это сделать. Он может провести очень смертельную атаку, заспамив вас ударами. Ну что ж, в этой части я локации все исследовал. И мы можем возвращаться в разрушенный храм. Окамидоно,
世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。ではまた。Если я замечу что-то необычное, я обязательно к тебе подойду. Тени ирето. Нингу ка. О. Шиноби кишу ва кибажа то юта га. Нингу о шикому кото де, соно киба ва катачи о каэру кото га декиру йоу ни нару. Катаки тате нараба учи кудаки.素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから。仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。Установка инструментов протез. Найденные вами инструменты и оружие синоби можно устанавливать в протез через меню «Установка в протез». Встроенный сюрикен. Клавиша РТ позволяет сделать бросок сюрикена. Ваши гору хотоки ва, дуаятта-то икари-гао да. Гоу-букай муно ва, соу-нару. Омае-сан му, ицка хотте миреба вакару дароуса. Соре-де, нанька ёука? Похоже, что нашего резчика что-то очень сильно тяготит. Киба но катачи о фуяштакия. Сэйзэ нингу о сагаскотта на. Нори какатта фуне же. Шикому кото даке ва ште яро. Инструменты в протезе. Инструменты в протезе, оружие и инструменты синоби приспособленные для установки в протез. Их можно выбирать в меню снаряжения. На их применение расходуются эмблемы духа. И вот мы наконец-то добрались до эмблем духа. А также до меню снаряжения инструментов в протезе. Открыт доступ к ячейкам для инструментов в протезе. Одновременно можно выбрать три таких инструмента. Узнать, как добавлять и менять инструменты, можно в меню выбора снаряжения. Нажав клавишу Y. И мы можем поставить свой первый инструмент, сюрикен. Инструмент для протеза на основе колеса для сюрикенов, расходует эмблемы духа. Позволяет одним плавным движением извлечь сюрикен и метать его в цель. Стремительно брошенный сюрикен снижает запас жизни и концентрации противника и наносит огромный урон врагам, застигнутым в прыжке. То есть нам явно дают понять, что очень эффективно сбивать сюрикенами врагов в прыжке. Эмблемы духа. Эмблемы духа используются для активации инструментов протези и других особенностей. Они расходуются при применении способностей. Эмблемы духа можно получать из побежденных врагов, находить в игровом мире и приобретать посредством идолов резчика. Они притягиваются к вам автоматически. О, Камидоно. 司祭はまだあなたの部屋では。Эмма никак не прокомментировала нашу новинку в протезе. Ох уж эти эмблемы духа. Это та еще головная боль. Их достаточно проблемно доставать, и они постоянно кончаются, и они не восстанавливаются возле костра. Их нужно постоянно находить, выбивать из противников, либо покупать. А одна эмблема духа стоит 10 монет, что ни хрена не дешево, особенно в самом начале игры. Что такое вообще эмблема духа? Это невесомая белая бумажная кукла. Дурные поступки могут отягощать сердца не только людей. Плохая карма даже способна принимать зримые, почти осязаемые формы.
Эмблемы духа расходуются на некоторые действия, например, на использование инструментов в протезе. То есть в данный момент у меня всего лишь две несчастные эмблемы духа, а также 66 золотых, на которые можно эти эмблемы купить. Но я ни в коем случае не рекомендую покупать эмблемы духа за деньги, по крайней мере в самом начале игры. Но мы отправляемся дальше, на дорогу в замок.